Всем привет, добрый вечер, кого не видели. 18:37, 14 ноября. И сейчас, по моему мнению, очередь очень даже невелика. Вот. Сейчас я посчитаю. 30. Около 100 человек, может быть 120. Ну, думаю, что быстро пройдет. Потому что у меня такая информация. Мой знакомый подошел в 17 часов. Я у него сейчас спрошу, он прошел или нет. Вот, и у меня было предположение, что очередь на полтора часа. Сейчас я на паузу поставлю и спрошу у него. И мне кажется, он прошел. И он сказал, что запускают... где-то я прочла, что запускают сейчас прямо 10, ну, по 20, там, по 15 человек за 10 минут. То есть сегодня такая хорошая смена была. Ну, или есть, уже еще есть. Вот, что очередь двигалась достаточно хорошо, быстро. Вот, но я сейчас узнаю, сейчас прям на паузу поставлю. Сейчас узнаю у него. В общем, я немножко там в первом видео накосячила. Я думала, на паузу поставила, я не поставила на паузу. Вот мы на Петровской площади, город Нарва. Вот это все административные здания. Вот видите, вот там у нас таможенный пункт, граница, переход из Нарвы в Ивангород. Вон там вдалеке стоит очередь. Вот здесь вот в этом административном здании ВС-туалет работает до 10 часов. Вот здесь вот, когда вам нужно поменять деньги, а вам нужно их будет поменять, потому что в Россию можно вывозить из Евросоюза валюту не Евросоюза, поэтому вам нужно купить либо рубли, либо доллары с собой. Можете в эквиваленте 10 тысяч долларов максимальная сумма, то есть там около 900 тысяч рублей. Вот здесь вот в два обменника работают круглосуточно. Вы здесь их поменяете. Вот. А вот так выглядит очередь. Ну, это продолжение моего видео. Вот я вам хочу сказать, что очередь очень небольшая. И мой друг-товарищ, который встал в очередь, я у него сейчас узнала. Он встал в очередь в 17 часов и 18:40 он был первый и сейчас уже прошел. То есть он стоял 1:40. Я ему так и сказала, что при такой очереди будешь стоять 1,5 часа. Когда он подошел, я ему скинула фотку конкретно. Ну, подъезжал он. Я говорю, давай быстрее, потому что могут прийти два автобуса. Он в 17 часов подошел, за ним пришло два автобуса. И вот эти все люди с автобусов. Вот такая ситуация. Очень хорошая ситуация. Значит, сегодня все пройдут. И я еще подойду сюда около 21:00. И покажу вам пустые дверки. Пустые дверки вам покажу. Надеюсь. Если пустые дверки будут, значит, завтра не будет небольшая запись. Значит, наверное, к 23 часам подойдут местные и составят, наверное, списки. Я не знаю. В 3:30 ночи тоже, когда приходит, когда не приходит автобус. В 6 тоже приходит автобус. Поэтому утром, если хотите пройти до 12, вам надо встать в очередь в 5, например, тогда точно там в 8 вы пройдете. Если встанете в 6, ну тоже пройдете в 8. Примерно вот такая история. Вот, утром, конечно, наверное, пройти быстрее. Также, видите, вечером опять уменьшилась очередь. И возможно, что вечером вот эти дни будет вообще свободно. То есть вы можете спокойно, без очереди, перейти вечером, если у вас есть возможность, что вас кто-то встречает, или вы готовы в складчину оплатить таксистам дорогу. То есть вы выходите там в Ивангороде,
И вас там встречают сначала одна линия таксистов, предложение делают, потом другая линия. Примерно по 1500-2000 с человека вы можете уехать на такси. Они сами, таксисты, предложат сформировать машину. Вот, там вот если вы дойдете туда, вперед-вперед, до стоянки больших автобусов «Люкс-экспресс» и «Балтик Шаттл Эконлайнс», вот, то там будет второй кордон как бы таксистов, и они вас тут же посадят, там пышечная есть, в пышечную, и быстренько вас соберут, по машинам рассадят. Вот. Но имейте в виду, там темный, очень темный вот это пространство, которое нужно пройти прямо-прямо с перехода, как бы с выхода с границы в Ивангород до стояночки автобусов. Там немножко пройти, 50 метров, но темно будет. В общем, хорошего вам путешествия. Пока-пока.